Удивительное, конечно, непостоянство у многих наших спортсменов, парней-одиночников. Только-только раскочегаришься, думаешь, вот, сейчас, сейчас оно пойдет, одно за другим, какое-то движение вперед, турниры, конкуренция, один турнир, второй, следующий, нет. Один турнир выигрывается, причем после долгих и мучительных для всех мучений. Проходит совсем немного времени, и на это место уже совершенно другие люди ломятся. И дело не как в какой-то международной конкуренции, когда много людей на высоком уровне. Нет, к сожалению, сами ошибаются, сами отступают, причем сильно. Вот на каком месте сейчас, даже после короткой программы, окажется Константин Меньшов? Не на высоком. Что, конечно же, ну, так чисто по-человечески, безумно обидно. Да, он... В прошлом году, слава богу, отхватил свой, хотелось бы говорить, что последний, но очень важный шанс с чемпионством страны. И сейчас, вот прошел, ну, после этого он на чемпионате Европы стал седьмым, прошел год, и... Он опять, он не может ничего сделать. И это в очередной раз только подчеркивает то, насколько Евгений Плющенко уникальный персонаж.